Испытания налогом пройдут этим летом многие собственники недвижимости. В этом году существенно изменился расчет земельного налога. Причем далеко не всех, не для всех собственников он вырос. В некоторых случаях сумма снизилась. Это связано с изменением кадастровой стоимости земельных участков, пересмотр которой произвело областное правительство. Как следствие, возросло и количество обращений с вопросами в справочную службу УФНС России. Вступило в силу постановление правительства Самарской области, была пересмотрена кадастровая стоимость. Ну, в некоторых случаях она увеличилась, в некоторых случаях она уменьшилась. Узнать об изменениях кадастровой стоимости земли можно в Росреестре. По налоговым вопросам можно обратиться в справочную службу УФНС по телефону, письменно, через интернет или записаться на личный прием. В этом году изменился и окончательный день уплаты налога. Теперь оплатить налоги необходимо до 1 октября. Всю необходимую информацию о размере платежа, способах оплаты и льготах можно найти на сайте Федеральной налоговой службы.